Наталья Петренко уже примерно год практикует раздельный сбор отходов, что маме пока дается непросто, для дочки – веселая игра с пользой и хороший пример с детства. Например, макулатуру мы знаем, что это идет на благое дело, да, то, что вот, собираем деньги мальчику. А все остальное это уже как-то уже по привычке, не знаю. Мне дочке даже прикольно это все сортировать. Эта площадка для раздельного сбора отходов 25-я в Одинцовском округе. Появилась в Голицыно благодаря Екатерине Ванчиковой. Девушка – лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье». Полученные за победу деньги, не раздумывая, потратила на установку баков. Я эту премию никогда не рассматривала как собственные деньги. Вот вообще никогда. Мне кажется, премию дают за хорошее дело, на хорошее дело, на продолжение хорошего дела. Как-то я даже не рассматривала это по-другому. На столе не мусор, а вторсырье. И практически для каждого есть свой контейнер. Например, пластик бывает разный, для мягкого – отдельный бак. Перерабатывать этот материал можно до 7 раз, а вот стекло – бесконечно. С пакетами из-под молока или кефира дело обстоит сложнее. С одной стороны бумага, внутри у нее полиэтилен. То есть вот это тетрапак, но в данном случае он у нас перерабатывается. Поэтому допили молочко. Аккуратненько его промыли, чтобы не было остатков там кефира, молока, да, тихонечко, аккуратненько, разложили, чтобы это не занимало много места. Чтобы практиковать раздельный сбор отходов, иметь десяток пакетов дома не нужно, достаточно одного. Разобраться с баками можно прямо на месте. Пакеты, пленка, упаковка, вот все сюда кладем. Допустим, вам пришла посылка, у вас там пузырьковая пленочка, да, вот которую мы все любим шлепать. Пролежала, прошлепали всю, сдали ее сюда. Правда, перед тем, как дать вторую жизнь бутылкам, банкам или, например, упаковкам от шампуня, нужно все тщательно вымыть. И можно не сомневаться, вторсырье отправится на переработку, а не на мусорный полигон. Одежду мы отправляем на благотворительность. Все остальные позиции мы отправляем на заводы переработки, а пластик перерабатываем сами. Плюс мы принимаем еще резину, но также переработку. Тем самым потом застилаем детские площадки, там спортивные комплексы. Специалисты утверждают, 90% того, что мы выбрасываем в мусорное ведро, можно переработать, а не свозить на полигоны, нанося непоправимый вред экологии. Сделать первый шаг к раздельному сбору отходов просто. Опытные люди советуют начать с макулатуры. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».